Так, а теперь считаем бассейны. Бассейн номер один. 30 сантиметров для малышей. Кстати, вот зона ресторана. Еще здесь видно, что здесь можно сидеть. Бассейн номер два. По-моему, он 1,5 метра. Когда работают горки, у него здесь красиво струится водичка. Да, 1,45 м. Здесь проходит акваэробика. Он прямо в самом начале входной части. И также вечером здесь анимация и всякие различные представления прямо около бассейна. Раньше у них были как бы в амфитеатре, сейчас здесь. В принципе, удачно. Место красивое. Рядом душ. Так, ну что, идем дальше. Тут самый большой бассейн. Они его называют спортивным бассейном. Он тоже 1,5 метра глубиной. И он очень длинный. Человек, который будет трогать воду. Вода, конечно, с утра прохладная, она же циркулирует. Ну, я приходила сюда и 6:30 утра. Тот, кто хочет поддерживать свою фигуру в форме, он с утра уже тут активно плавает. Вот, посмотрите, какой он формы. Он просто большой. И сюда, и сюда. То есть лежаков, посмотрите, сколько лежаков. Их хватает, ну, на всех однозначно. Причем здорово можно в первой половине дня лежать на одной стороне, а когда солнышко ушло на другую сторону, можно лечь напротив. Он очень большой бассейн. Там вон зона ресторана. Так, и шагаем дальше. Здесь вот зеленая зона. Ну, в лучшие времена здесь работала кальянная. Они ставили подушки, на которых можно было сидеть, покуривать кальянчик. Там дальше футбольное поле у них сделано, баскетбольная площадочка. Очень красивая зелень, разнообразная абсолютно. Тут и фисташки растут, оливки растут. И разнообразные пальмочки, деревья. Все равно, несмотря на то, что мало, как бы, относительно мало зелени, когда уже идешь по самому отелю, ну, недостатков зелени я не ощущаю. Кустов здесь разнообразных очень много. Новые, значит, зона лежаков. Вон там дальше детская площадка. А здесь у нас мы приближаемся к аквапарку. Ну, как бы вот это называется детский аквапарк. Тут, когда работают часы аквапарка, тоже посмотрите, сколько здесь лежаков. Очень много. Здесь все брызжит. Тут совсем маленький бассейн, он 40 сантиметров для малышей. Тоже все достаточно комфортно с малышами здесь и лежать, и отдыхать. Вот, собственно, сам аквапарк. Плюс этого аквапарка в том, что здесь есть речка, которая еще в часы работы аквапарка еще и делает течение. Она здесь вот вход. И она идет вокруг, 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 через мостик. Вот так, туда, 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 туда. Вот сюда. И по всему вот этому периметру. Лежаков тоже достаточно много. Ну, а горки, сами видите, вообще класс. Когда они поработают, уже буквально через полчасика, мы это все дело заснимем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 горок. Ну, если не считать вот эту двойную, то 5. Так что вот, сколько бассейнов. Лежаков тоже, да, достаточно много.